Большое видится на расстоянии. Вот и члены градостроительного совета Чебоксар решили рассмотреть проект будущей высотки в районе Калининского моста с Волги. Вместе с архитекторами на борту теплохода была и наша съемочная группа. Посадка этого здания на развилке вот, двух дорог, но немножко как бы вот, все-таки вызывает сомнение, такая вот этажность. Это мое мнение, вот, я бы сделал не выше 17-18 этажей. То, что поближе к заливу, я думаю, тоже вот как-то вот они должны по высоте амфитеатра спускаться. Значит, вот я это к тому, что вот это, мне кажется, вот немножко многовато по сравнению вот с этими домами. Они все-таки какая-то сопочиненность должна быть. Поэтому мне кажется, ближе к истине, вот тогда мы понижаем, вот как Петр Иванович сказал, где-то 18 этажей. Председатель правления Союза архитекторов Сергей Лукьянов мнение коллег не разделил, но и проектировщиков не поддержал. Судя по всему, пожалев, что его команде не удалось попробовать силы в этом месте. Я вообще-то склонен, что высотность должна быть в городе. И я не согласен с некоторыми мнениями, что не надо выше 25 там, этажей. Я считаю, что можно и нужно больше, и правильно это все. Единственное, эти здания должны быть очень четко обоснованно. Если это здание здесь, то почему, какая его история и его значимость? Я полагаю, и на этом месте могла бы быть высотность, но здание должно быть исключительно индивидуально выполнено на конкурсном проекте обязательно. Когда заинтересованные высокоэтажности лица совсем погрустнели и явно не от качки, а теплохода, заключительное слово взял главный архитектор Чебоксар и высказал свое весомое «за». Если мы едем по улице Калинина, то получается, вот у нас три высотки появляются, да, там три, ритм такой. Три штуки, и потом четвертая как бы ставит точку. И при этом здесь происходит поворот улицы Калинина, и как раз на этом повороте это здание и стоит. Поэтому я вижу градостроительную значимость этого места выше, чем, например, вот это. Градосовет – орган рекомендательный, однако разрешение на строительство будет выдавать город, так что застройщику придется учесть его мнение, отметил Вениамин Мамуткин. А в будущем в Чебоксарах планируется создать документ, где будет четко прописано, в какой зоне города, какой этажности здания можно будет строить. Вот где действительно будут кипеть страсти. Но это уже другая история. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.